Карчик стоит. Не знаю, правда. Кулемашки модель. Ну, это XTRL в 32-м кузове. А вот это я не пойму. Mitsubishi, похоже, РВР в старом кузове. Да, чувствуется. 4 воды. Шины изъезживают с шипами. Интересно, все лето на них ездил. 20. Семерочка. Сейчас мы кайкарчик-то посмотрим. Тойотовских или каких, а тут тоже такое кейкары. Это такая группа товарищей разных марок модельчиков, просто они объединены, эти кейкары, тем, что они малогабаритные городские автомобили, которые объемом рабочего двигателя в районе 0,7. Ну, до литра бывает. Но в основном экономичные городские автомобильчики в Японии. Сейчас это Тиида, это пятерка. Вот на выход в поселок. А это самая все курортная зона. Там тоже с той стороны автомобильчики. Кто на машинах приезжает.